под окнами дома 147 на Московском шоссе настоящий праздник. Жители отмечают открытие новой дворовой площадки. Она появилась благодаря федеральной программе формирования комфортной городской среды нацпроекта «Жилье и городская среда». Отремонтировали проезд, отремонтировали тротуар, отремонтировали и благоустроили, построили детскую игровую площадку, площадку для взрослых и зону отдыха. В этом году по программе «Комфортная городская среда» благоустроено 6 дворовых территорий, по губернаторскому проекту содействия 3 дворовые территории и по программе «Народные инициативы» 10 дворовых территорий. На торжественной церемонии открытия двора глава района поздравил жителей, а также отметил активистов, благодаря которым стали возможны такие изменения. Ведь именно инициативная группа вышла с предложением благоустроить территорию. При поддержке администрации жители подали заявку, согласовали дизайн-проект и контролировали ход ремонтных работ. Благодаря администрации, помощникам администрации мы вышли вот на эту программу и нам помогли сделать эту площадку. Очень много пространства для бега для детского, очень много пространства. Там сделали вот этот вот лабиринтик небольшой, тоже очень хорошо. И детки маленькие песочницу получили. Хочется выразить огромную благодарность за организацию такого прекрасного праздника для нас, за организацию пространства для наших детей, в котором они могут развиваться, дружить, играть и быть счастливыми. Благоустроенный двор включает в себя несколько зон отдыха для людей разного возраста. Малышам песочница, горки и качели, а для ребят постарше и для взрослых зона воркаута, где можно поддерживать себя в форме, тренировать силу и ловкость, профессионально заниматься спортом. У меня двое детей, старшему 8 лет. Он у меня спортсмен, как раз воркаут для него. А младший 2 годика. Это вот отличная площадка, замечательная, с удобными качелями, с песочницей, которой нам очень не хватало. А сейчас как раз она научилась кататься на самокате. Площадка, вот этот тротуар, это прям для нее. Благоустройство дворов и общественных пространств – одно из приоритетных направлений в работе губернатора Дмитрия Азарова. В этом году только по нацпроекту «Жилье и городская среда» в Самаре преображается 51 двор. А конкурсная комиссия губернаторского проекта «Содействие» одобрила благоустройство более 20 территорий. А на празднике двора жители не только пели и танцевали, но и принимали участие в играх, мастер-классах. А затем все вместе высадили на обновленной площадке кустарник – неприхотливый вечно зеленый можжевельник. Специально дожидались прохладной погоды, чтобы он лучше прижился и долгие годы радовал жителей и гостей благоустроенной территории. Светлана Кудрявцева, Игорь Казановский. События.